Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, заберем с тобой ежедневные наградочки быстренько. Так, 903 доллара, это уже хорошо, потому что скоро мне понадобятся опять телепорты. Как видишь, они очень быстро заканчиваются. Так, открыть колоду, это мы сделали. Серия испытаний. Серия испытаний. Мы, кстати, в прошлый раз хотели пройти полностью, но пиццу, да, мы ее потратили, и у нас не хватило ресурсов, поэтому можно, в принципе, это сделать, наверное, сегодня. Так, Донни, зачем я тебя беру, непонятно. Берем Лео, также можно, в принципе, взять Супер Шреддера, и, наверное, я возьму здесь, хотя без майки обойдемся. Я просто думал, может быть, хильнуть Армагона, но потом вспомнил, что Леонардо-то у нас хиллер, причем довольно неплохой. Так что он справится с этой поставленной задачей. А, мы можем даже проще сделать, вот так вот. Все, этого нам за глаза и за уши. Давай вырубать тогда этого Монтеса к северу. Так, вальнули. Кланфутвица, опупел что ли? На тебе. Посмотри, что творит, а? Жучара мелкий. Хлоп, готов. Ну, а вот и основная компашечка наша. Давай-ка я, наверное, выпустим ракеты. Шикарно. Я думаю, что... Ай, ладно, вертушку сделаем. Не будем с ними тут тютюкаться. Все, ребят, прошли. Слушай, а давай-ка мы, наверное, сразу же, не отходя от кассы, пройдем полностью, а? Тут осталось-то у нас раз, два, три, четыре поединка всего лишь. Поехали. Че нам, как говорится, терять? Так, Лео, возьмем Макмана. И, наверное, я сюда еще возьму Микеланджело. Майки здесь будет играть в роль хиллера. Опять Ксивер Монтес. На тебе. Так, вот второй удар у него какой-то был слабенький. Я посмотрел у Микеланджело. Ксивер Монтес упал. Так, жестянка упала. Ну-ка, с разбега. На, получи. И переходим на последний поединок. Значит, училка, Шархан. Ну, я думаю, что, наверное, маузеров стоит выпустить здесь. Так, консервные банки сразу упали. Теперь я, наверное, сделаю все-таки вот так. Минус. И, наверное, тройным укусом или одного... Нет, давай тройным укусом, чтобы уж наверняка он упал. Отлично, и училку добиваем. Все, друзья мои, остается всего лишь три поединка, и, в принципе, событие это будет пройдено. Смятение с другого измерения. Так, собрать. Да, ровно три поединка. Погнали. Возьмем, наверное, Донателло. Возьму Макмана и Леонардо. Поехали. Ну, тут у нас есть вариант, в принципе. Так, тихо, из Микавюна начнем. Из Масух мы можем либо смертельную волну. Ну-ка, плевок сделай-ка. Либо у Макмана должен уже, как говорится, подойти массовая атака. Этот мусорный ураган, как ты знаешь. Я все-таки Донателло вот так вот сделаю, чтобы была доп. Защита. Замечательно. И последние противники у нас тут. Вот они. Змейковьюн, Джастин. А у нас как раз мусорный ураганчик готов. Так, жестянки здесь упали. Давай, наверное, смертельную волну. Ну, в принципе, они уже не жильцы здесь. Так, минус, и крысиный король тоже падает. Ну что, еще одна победа в копилочку к нам идет, и мы переходим к предпоследней битве. Так, берем Армагона, наверное, возьму Бакстера, Леонардо, так, Майки, подожди, Ваньку и Супер Шреддера. Крэнк, если с ним драться, ребят, ну... Насколько мы знаем, мы уже его как облупленного, да? Можем бомбануть с полтычка. Поэтому туда даже можно не подводить такие серьезные, так сказать,
отряды наши. Там можно даже без суперударов справиться с ним. Давай-ка выпустим ракеты. Маузер, наверное, я все-таки огрею. Так, а Джастин? Джастин не хочет падать. Так, Ванюша его добил. И мы переходим на финалочку. Так, у нас что-то все в откатах, я смотрю. Супер Шреддер вообще, ребят, по откатам. Давай сделаем, наверное, валуном. А добить не получилось. Ладно. Минус Шреддер, это чтобы не хилял. Так, что он там, плевок сделал, да? Этот с провокацией достоялся. И минус, конечно же, Крайка. Ну и получается, у нас сейчас будет последний поединок, который, я надеюсь, мы удачно пробежим. Такс, ну да, 3 звездочки нам нужно получить, поэтому берем Армагона, берем, ну давай Донателло возьму, фиг с ним, так уж и быть. Ваньку, естественно, Супер Шреддера и, наверное, Леонардо. Так, это все пропускаем и поехали. Первый, кто нас встречает, это Бакстер Стокман со своими, как говорится, людьми-грибами. Не знаю, что он тут выпендривается. Слушай, ну нам бы залечить раны, если честно, не помешало бы. Так, Лео, давай, делай это дело. Замечательно, теперь мы как новенькие. А если я сделаю вот так? Бамс, да чтоб тебя. Ну что, он там хильнулся, да? Смотри, какой вредный гриб, а. Ну что, вот мы и пришли, как говорится, в технодром, где поджидает нас тот самый Крэнк. Шреддер аж вперед всех побежал. Всех обогнал. Ну ладно, давай, не выпендривайся. Потирает лапки свои, думает, сейчас будет такой очень супер длинный бой. На самом деле этот бой будет в 3 секунды у нас тут. Поехали. Так, ну что, наверное, сюрики. Ну, давай с гранатомета. Ты смотри-ка, он еще и массовую атаку успел сделать. Ну, а мы тогда шипами его. Все, друзья. Крэнк пал. Ну, а нам остается только лишь забрать награду. А это именно пак и плюс еще открыть сундуки. Так что давай посмотрим, что нам выпадет из сундуков. Потому что в паке, ну, здесь ничего такого не будет для нас новенького. Это все у нас абсолютно есть. Собрать и сбросить. Давай потихонечку. Так, труба подзорная, Кейси Джонс, Рокзар, Рокстеди плюс Паукус, Мондагека, Бибоп, Морзильная кошка. В общем, выпадает все, что у нас есть пока в данный момент. Плюсом я могу отметить то, что выпадает немножко доллары. И, конечно же, мутаген прибавляется. Плюс телепорты идут. Так, отлично. И вот, ребята, весь финал наших наград. 13 пиццы, 12 телепортов, 17 долларов и 12 100 мутагена. Сыграем и сбрасываем. Так, ну что, теперь нужно нам сразиться в боях. И, как ты помнишь, мы прокачиваем нашего Крэнга. Очень, конечно, долго у нас это выходит. Потому что, ну ты посмотри, мы только 3 очков вот этих вот нашли, а нужно 10. Раз. Так, 2. 2 очков уже найдено. 3. Слушай, ну нормально. Давай, 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 давай. 3. Так, нам нужно еще сколько там? Так, 4. 5. 6. По-моему, там 7 нужно было найти. Я сейчас посмотрю, чтобы... Да, еще одни. Одни очки находим. Ну давай ты, ё-моё. Вот сейчас вот будет, а. Тягомотину вот эту вот тянуть.
Ну, как всегда. О, нашли, нашли наконец-то мы эти очки. Так, мы задание не выполнили еще пока. Выполнили. Ладно, в следующий раз тогда будем продолжать искать и поднять уровень персонажа. Как раз мы, по-моему, сможем прокачать нашего Кренга до 71 уровня. Отлично. Ну что, забираем здесь все награды. Сразу же переходим с тобой в магазин. Я хочу посмотреть. О, мало, мало жетонов. Так, борцы с преступностью. Переходим сюда и начинаем юзать. Так, 50 жетонов, неплохо. Золотые осколки. Ноутбук Дона. Маяк. Это все не то, ребята, это все абсолютно не то. Да что ты будешь делать? Вы специально так? Кожеголова, вот это я понимаю. Все, друзья мои. Сыр закончился так быстро. Ну что, одного кожеголову только вытянули. Да, не очень, конечно, хорошо. Ну что, друзья мои, ранг 73, Лига Сёгунов 3 звезды. То есть С-мастера меня выкинули, да? Просто-напросто сказали, пшел вон. Ну и мне придется, естественно, теперь идти обратно. Идти обратно, подниматься через вот эту всю волокиту. Вначале нужно добраться до Лиги Мастеров 1 звезда, потом, естественно, до 2 звезд. Ну вот насчет 3 звезд я не помню. А почему сбросили? Потому что полтора суток я, ребят, не играл. Ну, сами понимаете, почему? Потому что работа. На работе у меня нет возможности поиграть. Так что вот делаешь какой-то небольшой перерывчик, и за это время тебе скидывают с твоего, так сказать, местечка теплого. Ладно. Сейчас посмотрим, как мы будем быстро здесь продвигаться. 33 отката, в принципе, я считаю, что это неплохо. Так, 16-21. Мне бы, конечно, лучше бы получить 16-22. Вот, есть. Теперь. Ну, Макмана не стоит брать, мне кажется, против этих ребят. И, кстати, Супер Шреддер здесь тоже. Не факт, что он может здесь всех одним ударом забомбить. А мои вот эти ребята уже вряд ли справятся в соло. Так что скрестим пальчики. Отлично, нам повезло, ребят. Нам повезло, потому что постепенный урон лежит на всех. И на Ваньке был, и на Рокстеди. Точнее, там Бибоп, по-моему, был, да? Так что Супер Шреддер здесь не подкачал. Ну что, с 55-й позиции мы переходим на 42-ю. То есть 13 ступенек пролетели. 16-22. Я, наверное, возьму Бакстера. Возьму Майки плюс Донни. И вот тут вот Кожеголовый плюс Эйприл. Поехали. Ну, соответственно, от Эйприл с Кожеголовым здесь ничего такого ожидать не приходится. Майки делает уклонение. Дальше, наверное, смертельную волну я все-таки вызову. Плюс... давай сюрики. И все. Они были ослаблены, и поэтому Донателло спокойненько их добил. Ну что же, 42-я позиция, сейчас будет 30... Оу, даже 28-я. Все торчим на этих 16-22. Ни больше, ни меньше. Ну что, возьмем Лео плюс Макман. Так, по инициативе. Вот тут вот, кстати, очень плохо, потому что здесь Микеланджело есть. И мы, наверное, сделаем все-таки вот так. Не будем брать там самых слабых 55-х уровней. Возьмем 60-х. А даже 70-х. Ну что, Лео, давай, показывай свое мастерство. Ну, неплохо, в принципе. И Макман должен добить их. Блин, если бы я знал, что они будут вот так вот по инициативе здесь рулить, естественно, я бы лучше бы взял бы тех персонажей, которые слабенькие у меня. 50-е, 55-е уровни. Ну, я почему-то перестраховался. Так, ну что, посмотрим. 11-я позиция, то есть еще один поединок, и мы уже заберемся в Лигу Мастеров. Одна звезда.
Так, 16.21. Мне нужно 16.22. Вот оно. Но здесь два майки. Возьмем, наверное, Усаги плюс Ваньку-стиранка. Крысиный король. Я даже не знаю, если мы, например... Ну, если подумать... Блин, у них инициатива большая. 67 уровень. Ладно, не будем скушать судьбу. Давай сделаем тогда следующим образом. Так, так и вот так. Фиг с ним. Потом все равно на супершредере мы отыграем всех. А тут не будем, как говорится, выпендриваться. Давай, Усаги, покажи свою прыть. Так, минус двоечка сразу произошла. Масуха. И с гранатомета. Можно было бы, конечно, и пулеметную дробь выпустить. Но я все-таки думал, что с гранатомета будет покрасивее. В общем, ребята отдыхают, а мы продвигаемся дальше уже в новый ранг. И это ранг Лига Мастеров. Так, 97-я позиция. Нам бы сегодня пройти до Лиги Мастеров 2 звезды, хотя бы 50-я позиция. Это было бы уже неплохо. И хотелось бы получать не 16-22, а уже 16-23. И вообще, чем выше и больше кубков нам дают, тем лучше и быстрее мы продвигаемся к нашей цели. Но видишь, что-то особо здесь не жалует нас. Ладно, давай возьмем супершреддера, Зека, и с этой командой мы возьмем Рокстеди плюс Кейси Джонс. Погнали. Так, ну по всем канонам здесь будет, естественно, ходить первым Зек. Помните, я говорил, что Зек — это его имя? Нет, ребята, это не имя. Меня поправили в комментариях, это, оказывается, его фамилия. А имя у него, по-моему, Влад. Вот так вот. Я даже сам этого не знал. Почему его не Влад назвали здесь, а Зек? Почему именно по фамилии? Так, ну что, с 97 на 83 мы перескочили. Я сейчас все-таки попробую пару разиков крутануть. Может быть, дадут нам все-таки 17-23 или сколько там? 16-23. Но они уперлись. Ладно. В принципе, я прекрасно их понимаю. Лига Мастеров — одна звезда. Типа, какого лишнего тебе надо? Да? Если бы ты был бы в Лиге Мастеров 2 звезды, там бы, возможно, да, было бы то, что ты хочешь. Потому что последний, последний, как говорится, последняя инстанция по кубкам — это 17-24. Так что, ребят, 17-23 или 16-23 от них ожидать сейчас в данный момент, ну, действительно не стоит. Так, ну здесь, сам понимаешь, Армагон плюс Супершреддер — это великолепная комба, против которой фиг кто устоит. А в моих планах сейчас, я как уже говорил, быстренько добежать до Лиги Мастеров 2 звезды. Так как у меня, о, 17.23, так как у меня начались выходные, да, ребят, мы, естественно, успеем пройти. Сегодня что у нас? Четверг, пятница, суббота, воскресенье, блин. На буст, скорее всего, ребята, не попаду, потому что я буду работать. Ну, я имею в виду в понедельник. Ну, ничего страшного. Не все же время бустится нам, да? С офигенной интенсивностью, но тем не менее. Так, ну что, давай влуплять. Отлично. И добиваем. Погнали дальше. Так, с 69-й позиции мы переходим на 56-ю. Давай, 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 обновляй. Слушай, ну у нас было уже 17-23, поэтому надо искать. Да.
нам не хотят давать. Нам дают 16-22. Это максимальный, да, который для них якобы допустим. Но на самом деле это не так ведь. Слушай, они не хотят мне давать, прикинь. А что случилось? Вот, все-таки дали. С большой, я тебе скажу, натяжечкой это все у нас происходит. С большой, с огромной даже. Прям вот приходится выклянчивать. А персонажи как... Ох, персонажей у нас еще очень много, поэтому, в принципе, мы можем даже сделать заявочку на Лигу Мастеров 3 звезды. При самом хорошем раскладе. Тут вопрос только в чем? В телепортах. Точнее, даже не в телепортах, а в откатах. Кто бы сомневался, да, что здесь у нас вот так вот все получится. Ну что, переходим дальше тогда. С 56 места мы перепрыгиваем на 43. 17-23. Я уже думал, сейчас опять придется тут выклянчивать у них, но, как видишь, все у нас получилось хорошо. Опять же Армагон и Супер Шреддер. Естественно, эта командочка будет у нас рулить, наверное, до самого финала. Блин, вот обидно, что, конечно, сегодня нам только лишь досталось 2 ДНК на кожеголового. Потратили, да, весь сыр. Очень много всякой мути выпало, а именно там осколки золотые плюс серебряные. Вот если бы там бы выпадали бы платиновые осколки, вот это было бы приятней. Но золотые, серебряные, они как бы нам особо не нужны. Так, ну что, 37-я позиция, что-то как-то мы мало приподнялись, я смотрю. Откатов у нас 23, но сейчас будет уже 22 штуки. То есть, грубо говоря, это еще 11 поединков. За 11 поединков, в принципе, можно дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Но топчик вряд ли взять можно. Так, и Армагон добивает. Такое ощущение, что я, ребят, заболеваю. У нас, блин, тут недавно жарища стояла. А теперь, понимаешь ли, снег падает. Прикинь, просто валит снег, ребят. И такой ветер леденющий, сильный. Прям невозможно. И вот такое ощущение, что то ли продуло, то еще что-то. Не мог сегодня встать. После работы пришел, упал. И вот до вечера валялся. Просто слабость какая-то дикая. Так, ну что, раз, два, три. Да, бойцов действительно еще дофигища. А вот с телепортами будет беда. Почему я называю откаты телепортами, а? Как приезд, да, в голове. Телепорты, телепорты. Нет, не телепорты, а именно откаты. И, по-моему, нам надо заменить Армагона. Взять, например, Супер Шреддера. И можно взять Усаги, например, да? Или того же самого Леонардо. Ну, просто разнообразить команду. Ну что, друзья мои, я нас поздравляю. Мы перешли в Лигу Мастеров 2 звезды. Это уже хороший показатель. Поехали. Возьму, наверное, Леонардо и... Вот так вот. Но без Супер Шреддера почему-то я не рискую, ребят, идти. Хотя можно взять, например, Армагона и Усаги. Помнишь, это наша старая комбинация была, и в принципе она довольно играбельная. Так, ну что, делаем вертушку. Вообще без проблем. Просто без проблем. Ну что же, тогда продвигаемся дальше и смотрим. Была соточка, становится 87, то есть 13 ступенек пролетели. Если вот так вот будет такой темп у нас сохраняться, то в принципе мы сможем даже попасть в топчик сегодня. Если вот будет такой темп бойцов, ну слава богу, у нас хватает здесь пока кем играть. Было бы неплохо, потому что завтра у нас, что у нас завтра, пятница.
Ага, завтра еще черепашья буря будем проходить. Вот оно что. Там, кстати, мы немножко Вот это зачем я сейчас делаю? Надо было вертушку делать. Ё-моё. Ладно, хорошо, на них висит постепенка. Да, Леонардо, тебе надо было делать вертушку, а не бомбить в соло. А это что еще такое за выкрутасы? Интересно. Такого давно не было. Так, ну что, 74 место. 17-23. Давай я, наверное, возьму вот этих вот ребят. А что если будет, я возьму, например, Макмана и Супер Шреддера? Вот как ты думаешь? Я вот просто не знаю, как инициатива именно у Макмана. Хороша ли или плоха? Мы его так особо не тестили еще. Вот, вот тебе результат. Ты посмотри. То есть у Макмана не самая лучшая инициатива, потому что два персонажа до этого сходили. Это был Хан, и там хотел, по-моему, сходить еще Микеланджело. Да. Но то, что там была постепенка, они, в принципе, от этого и отдуплились. Так что, ребятушки, не стоит Макмана брать в соло. Так, ну что, давай, наверное, возьмем. Я вообще предпочитаю брать команды, где нет Микеланджело. Почему именно так? Ну, сами знаете, у любого Майки, у него инициатива очень большая. Просто огромная. И вот хотелось бы... Так, подожди-ка. Супер Шреддер. У нас еще, кстати, есть... Да, у нас есть команда, где мы можем, в принципе, сыграть своими силами. Наверное, мы так и сделаем. Следующий поединок, чтобы у нас немножечко побольше осталось откатов, а именно две штуки. Попробуем своими силами там разрулить. В принципе, 80 уровень, да? Бойцов еще есть. Почему бы нам не рискнуть? Так, давай. Или можно, по крайней мере, один всего откат потратить вместо двух. То есть, как бы, тоже экономия получается. Ну что, давай продвигаться. Посмотрим сейчас. 50 место будет? О, да. Это круто. А ну что же, тогда давай. Опа, 17-24, максималку. Блин, ну тут майки. Раз, два, три, четыре. Пять. Чё-то как-то я переживаю за Сплинтера, если честно. Ой, как я переживаю за Сплинтера. Ну, естественно, ребят, ну, естественно. Как только Майки начинает... Так, я возьму, наверное, все-таки провокацию здесь. Сразу же берем доп. Защиту. Сразу же, ребят, чтобы нас тут не пробили. Что он делает? Массовая атака. Слушай, дело дрянь. Знаешь, почему дело дрянь? Потому что у нас нет хила. У нас нет хила. Так, рубит. Давай-ка сделаем вот так, наверное. Ослабление, отлично, ослабление повесили. Тю-тю-тю-тю-тю. Ну-ка. Блин. Донни, не надо. И сейчас этот. Так, ребят, давайте-ка мы... А кто потом будет ходить? Крис Брэдфорд, надеюсь. Давай, уничтожай. Блин, это было очень-очень рискованно, ребят. Ну вы посмотрите, что было. Ты видел, сколько здоровья моих бойцов оставалось? Да, эксперименты такие, ну их нафиг. Ну, я, конечно, не спорю, мы сэкономили, но... Это очень было рискованно. Так что впредь лучше таким не заниматься. Давай-ка я возьму, наверное, здесь... Так, и вот так вот. Да куда вы лезете-то, ребят, куда вы лезете-то? Раз, два, три. Слушай, ну в принципе, вот если посмотреть и по откатам, и по нашим, как говорится, свободным еще бойцам, нас ничего не удерживает.
зайти в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну а завтра получить уже, как говорится, топовое место. И все будет чин-чинарем. Ванька, что-то видел, когда мы побеждаем, он почему-то делает такое движение, как будто он бьет грушу. Так, с 36 места мы переходим на 22. То есть, получается, следующая будет где-то 10 или 11 позиция. Так, здесь берем Армагона и Супер Шреддера, потому что два Микеланджело. Элементарная перестраховка. Как говорится, не взять, не дать. Ну что, давай, Супер Шреддер, начинай первый. Я надеюсь, этот Микеланджело сразу отдуплится. Нет, ну постепенно урон, да, это хорошо. Причем здесь, вот здесь, вот Супер Шреддер немножко схалемчил, потому что он повесил всего лишь на троих. Два были, как говорится, неуязвимы. Ну, на них не было постепенного урона. Ну, благо у нас Армагон, конечно же. Так, ну что, давай смотреть. 10 или 11 позиция? Даже 9. Все. Лига мастеров 3 звезды, да, 3. Будет у нас сейчас в кармане. Тем более здесь дают 17-24. Естественно, возьму Армагона. Возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну там еще впереди у нас где-то поединка 3 точно ожидается. Откатов у нас, по-моему, маловато будет, да? Для этого всего дела. Так, они осели. Азимы и наши. И... пау. Все. Хлопчики лежат, как говорится, и загорают на солнышке. Ну, а мы двигаемся дальше. Давай, 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 загрузочка, не томи. Ну что, ребята, поздравляю нас. 94-я позиция в Лиге Мастеров 3 звезды. 6 откатов, то есть 3 поединка мы еще можем спокойненько здесь поиграть. Так, Лео. Стоит или не стоит рисковать, не знаю, ребят. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, подожди, раз, два, три. Ну и как обычно у нас двое остаются не в удел, да? То есть их ни туда, ни сюда. Так, мушка, Бакстер. Давай, вертушка, добивай их уже здесь и все. И двигаемся дальше. То есть у нас получается там 3 поединка, да? 4 отката, да? Это получается только на 2 поединка еще хватит. 80-е место. 17-20. Ты заметь, что практически в любой команде присутствует именно вот этот майки. Классический. Вот я вот сколько играю, постоянно. Особенно ближе уже, как говорится, к финалу. Постоянно он в любой команде состоит. Вот такая вот дилемма. Ну что, ребят, наверное, последний это сегодня поединок. Там у нас хоть еще остались бойцы неотыгранные, но в любом случае там не полная команда будет. У меня не хватит откатов набрать фул команду. Так, подожди, а кого я там взял-то? Ну ладно, майки, а там кто? А, Сплинтер, ну да, Сплинтер же, конечно же, со своей этой контратакой. Я думаю, как-то так сходили. Армагон, по идее, должен был ходить вторым. Ну, майки там еще неотдупленный решил повыпендриваться. Ну что, 65-я позиция. Ты видишь, 2 отката. То есть, ребят, ну, в любом случае не получится взять фул команду. Я думаю, что не стоит тратить эти 2 отката. Лучше на следующую серию мы оставим, да? Так, смотрим, сколько у нас мутагена накопилось. 36 тысяч. А это говорит об одном, что мы можем с тобой еще один уровень поднять нашему Крэнгу. Так. Он у нас вот 71 уровень. И становится 73 уровнем. Так, вроде бы пицца еще есть, поэтому можно. Да, о, пицца у нас. Почему так много пиццы-то, эй? Так, что нам там нужно? Ячейки Крэнгом, да? Сколько? Ё-моё.
Так, 13 штук. Раз. 13 штук. Ну, 13-то понятно, мы не успели набрать. 2. 3. 3. Микроскопов сколько мы наберем, ё-моё. Так, 4. 5. 6. Как ни странно, хорошо идет. 7. Так, а телепорт. 8. Ну, да, господи, последний. Все, ребята, пицца закончилась. Ну, я тебе скажу, неплохо мы набрали. 8 штук мы нашли. То есть нам еще нужно будет найти 5, а потом еще наушники. И это мы только прокачаем до 5-й ступени. Я боюсь представить, что будет на 6-й ступени. Да, ну, мы увидим, когда прокачаем. Так, здесь вот это все уберем. И все, ребята. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.